Так, ну что, сейчас осень, 5 часов 11 минут утра, туман такой сентябрьский, да, и я хочу нечто, я хочу взять самый дальний рейс, который есть из Австрии, куда он будет везти, туда и поедем, вот, так, такие дела, так. Для целей этой веселухи посмотрим карту. 165 тысяч евро. Нужно где-то еще соточка примерно. Меньше сотни, да. 100 минус 15, да. То есть где-то 85 тысяч евро нужно заработать. Можно будет купить Volvo. Так, FH16, наверное, возьму, да. Так, прямые перевозочки. Вот, расстояние по возрастанию. Мы так, из Граз берем. Берем самый короткий Брно. Это в Чехию, да? Но самый дальний это в Англию, Шеффилд. Тут сутки, больше суток ехать через все. И стоит это 60 тысяч евро. Такой вот. Там еще паромная переправа. Короче говоря, довольно далеко придется переть. Но я никогда не брал большие рейсы. Вот сейчас посмотрим. Везем 9 тонн орехов. Это заказ к нам уже срочный. Поэтому нужно будет переть прямо очень так. Так, ну что, 15 минут 6. Мы поехали в Поспек за орехами. В сервис не заехал, надо в сервис заехать. Так, сейчас. Сначала надо заехать в сервис. А потом уже за орехами. Вот так. Немного задержимся, но ничего. Нельзя же въехать на такой большой маршрут без этого самого, без техобслуживания. Шести нужно взять заказ через 45 минут.
Так, обслужимся. Так, ну колеса, опять колеса. Кузов, шасси, трансмиссия самая целая. Ну ладно, колеса починим. Шиномонтаж, так сказать. 700 литров у меня бак. 680 лошадей, охренеть. Вот, ну что. Тут проверка стоит 167 евро. Так, и что-нибудь еще прикрутим себе, да? Тут нечего, значит, в кабину. Так, а в кабину что можно? Вот сюда можно что-нибудь разложить. Бутылка воды. О, бумажанца. Но она тут как-то не очень хорошо лежит. Некрасиво. Но без этих документов, конечно, да, нельзя. Значит, не сюда просто, а... сюда, например. А вот сюда нельзя, жаль. Хе-хе. У меня во Фрайтлайнере вшит был такой мод. Терпеть могу Android. Так, а сюда нельзя никакие накладные. Положить, да? Даже так. О, она светится, интересно. Аспирин. Однако. О, никель. Почти как мой. А, нет, 3300, наверное. А вот объектив какой-то необычный. Это не 1855. И какой-то странный диск. Не, что-то странное. Ладно. О, можно телефон положить. Вот тут реализм, да. Телефон это да, это то, что надо. Еще один. Очень много мониторов. Еще один навигатор. Пусть будет телефон. О, а, это Петербит. Что такое шейвер? Бритва? О, лучше радио, да. Вентилятор здорово. О. О, блокнот, то, что надо. Ну, не книжки же здесь хранить, да? Блокнот. Ну все, погнали. Ну уже. Все, теперь нужно взять груз. До 6 утра, полчаса остается. Дав, еще один дав, но магнум, не магнум, нет, не магнум.
О, мне кажется, надо переиграть. У меня было предложение в Кассель. Ну, блин, не знаю, до Касселя. Длиннейший маршрут я в любое время могу взять, а вот маршрут Кассель... Не знаю. Так. Либо длинный, либо Кассель. Ладно, в Кассель поехали. Туда тоже далеко, но не так. В два раза меньше, и зато там есть предложение о работе. А постоянный. Посмотрим, как это будет. Но тут 12 часов ожидается, так, среда, 5 утра, ожидается в четверг, да, сутки ехать. Да, тут, то есть, как бы 12 часов ехать, 10 часов отдыхать, ну, даже больше суток, так что нормально, как раз успеваем. Не такой уж и срочный заказ. Ну что ж, гравий, как гравий. Вот интересно, они из фирмы, которая производит, судя по логотипу, пищу. Как можно одновременно производить орехи и пищу? Вот это все торгаши. Cellplan, TradeAux, все торгаши, а это производители. Они производят гравий и орехи. Как?
Вообще-то тут вообще ни черта не видно. Я чё, ёжик вам в таком тумане находиться? Это мандец. Вообще нереально, ни черта не видно. Это чё, мистика что ли? Мне ждать червяка, который из тумана выйдет и меня сожрёт. Я понимаю, конечно, осенний туман, но не до такой же степени, это же просто капсец. Однако. Даже проблесковый маяк не видно. Как они тут ориентируются? Кто делал этот мод? Он вообще в уме? Это же нереально просто. Наверное, для любителей сложностей. Но в туннеле-то не должно быть так туманно. Я, конечно, один раз по такому туману ездил на велике. Тяжеловато. Потом фонарь сдох. Потому что очень влажность высокая. Как это я так? Я даже не заметил, что тут терминал. Да, туман, конечно, хороший.
часам к 9 утра. Потому что под полтинник идти это очень долго получится. А быстрее тут страшно. Хотя... Надо сфоткаться. Так. Так. Вон как. Вот так вот, да? Пониже. О, трава, конечно, довольно-таки пиксельная. Пониже. Тут и так все размыто, как я не знаю что. Ну, трава, конечно, не очень. Давай вот так. Все. Погнали. Ведяха, кстати, в этом тумане кочегарится сильнее, 81 градус, хотя форточка открыта. Но 81 это пик, а текучка 70. Но она подостыла после фотки, после фотографирования. Давай, солнышко, всходи, растопи весь этот туман, пусть эта водичка испарится.
Так, как я еду? Нюрнберг. Рассеивается туман. Можно и припускать потихонечку. О, как быстро прям взял и рассеялся. Вот это, конечно, тоже не ахти. Глаза устают.
навигатор научился подсказывать, на какую полосу перестроиться. Однако... Это вот я понимаю, интуитивный интерфейс.
Так, а сейчас температура Ведяхи 71, примерно. Наверное, это она в пиковое значение пошла во время нахождения в салоне. Он все-таки трахает сильно довольно-таки видеопроцессор. Надо сворачивать, нет? Ага, Нюрнберг проехали, значит, через Эрфурт. Так, 6 часов остается. Почему похрен?
Блин. Так, еще надо найти ночлежку. А, тут есть заправка, и здесь есть карман. А дальше? Тут есть еще где-нибудь карман, заправка. Вот, например. Фиг знает, на самом деле, это не успею до туда. Ну... По идее, вот эта заправка наилучшая. Нет, вот это. У меня пара часов. Здесь больше, чем полпути, на самом деле. Ну ладно, вот здесь вот. Вот здесь вот прервусь. На отдых. Вытаскиваемся. Так, ну все, на указателях целевой город указан Кассель, соответственно, мы почти прибыли. Разве что здесь заправочка, да, вот эта вот заправочка, на ней нужно подрыхнуть, а потом уже в Кассель. Там BCP предлагают такую неплохую работу на постоянной основе, то есть как бы не по агентству, да, брать груз, а работать исключительно на BCP. Можно поработать, между прочим, ну, так, месяц, да? Ох...
отлично в гору поднимается машинка. Интересно, заправиться надо, нет? Кстати говоря, можно и заправиться, а то полбака, по сути дела. Хуже-то не будет, если заправимся. Конечно, есть опять туман днем, но можно считать, что это не туман, а дым. Смог, как был в 2010 году. Так, теперь на отдых. О, кто-то зарабатывает и зарабатывает. Уже 182 тысячи, да? Было 165. То есть... 20... не 20, а 17 тысяч, пока я тут ехал, кто-то 17 тысяч подзаработал. Как я встал? Нормально? Ну, могло быть хуже. Так, ну, этот рейс как бы... О, дождь пошел. Ага, еще 4000. Ой, не, нужно внутрь, а то что-то там как-то прям капец как холодно. Пятнадцать градусов. Осталось 7 часов, кстати говоря, а ехать 2 часа. Все освещение работает. Ага. Надеюсь, опять тумана не будет утром, как в прошлый раз. Но, кстати, раз не особо туманно, пока дождь, я выключу дополнительное освещение. Светоставлю.
первый раз в жизни кого-то здесь обогнал. Чё это? Может, он знает чего-то, чего не знаю я? Кстати, ты смотрел четвертый сезон Гримма, это бесподобно. Мне понравилось, четвертый сезон самый интересный. А что, мы уже в Касселе, да? 12 минут.
Паркуйтесь сами. Еще 50 штук, и считай, новая точка гаража. Так. Нет, почта. О, 209, еще 40 штук. BCP, Castle. Так. Так сказать, партнерские отношения с BCP надо установить. Вот он. О, через дорогу. Поехали устанавливать партнерские отношения с BCP. Четыре часа утра. Так, через дорогу тут понятно, через дорогу, а в какую сторону? А, ну да, нужно налево, там по правой стороне. Пойдем, придем и скажем, мы пришли с миром. Ну, это просто заказ. Просто заказ, то есть просто приехал и пошел работать. То есть это ничего особенного не значит. Ну что ж, тогда будем делать так. Сейчас. Обманули. Тогда сделаем круче. Возьмем какой-нибудь заказ. Самый дальний все-таки. Блин, ну это самый дальний, по-вашему? 11 часов, у меня нет столько. У меня 8, вот, миндаль, 17 тонн в Роттердам. Нет, нужно какой-нибудь, где не был я. Киле я не был, да. Это на севере Германии. Это как раз BCP, так что можно и брать. Почему нет? Возьмем, там дотянем. Вентиляция. Ехать через Ганновер, кстати. Ганновер, Гамбург. Где груз? Угу. Сейчас прицепимся и все. Нет, серию заканчиваю.
Thank you.